Здорово всем. О, блин, микрофон не опустил. Здорово всем. Продолжаем в Сакрат играть. В общем, так, что тут у нас? Выходил я тоже. Обновились. Кстати, когда выходишь из игры, обновляется вот этот счетчик. Для чего-то, почему-то. Ну, мобы это респаунятся снова. Так, и тут, по-моему, задание было убить трех шаманов. Сколько я припоминаю. Эльфов. Ой, этих орков. Да. Просто мастер бросков. Нормально Вильбур ему с кувалдос это прописал. Так, ну чё, ищем их. Показывается, что в этом где-то радиусе они находятся. Смотри-ка, а Вильбура-то отравили каким-то макаром. Вильбур или Вильбур. Там без мягкого, в принципе, знака. Вильбур. Давай. Кого он там загнал? Смотри-ка, сейчас он отъедет. Ну. Держи. О! Это вот интересно. Давай их наагрим. Подкачаемся маленько. Так, по-моему... Вильбур на себя взял, да, кого-то? Смелость он на себя взял, с орком с этим посражаться. Ну да, получил по ушам. Согласен. Орк там этот неугомонный теперь бегает в шоке, раненый. Давай его подобьем. Вот так. Что тут выпало? Меч выпал, спасительный меч, легенд. Ну все это в принципе фигня. Орки где эти? Вот они, вот он, орк-шаман, вот этот мне товарищ нужен. Стреляй на него. А где череп орка? Да, еще и не с каждого череп выпадает. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, Вильбур, конечно, пробивают. Несмотря на то, что я ему и щит купил. Баклер, вот. Все равно его дамажит. Кроме защиты, еще ж другие нужные аспекты, чтобы были. Ну все, да, готов. Ну, здесь только дураки, тупицы, идиоты. И ни одного достойного противника. Ну да, да. Чуть не убили, блин, несколько раз. А так. Да, ловушечки, конечно, да, помогают. Да я даже сказал, что-то не помогают они, а они основной дамаг и наносят. Поющее кольцо песен. 7-14. 5-8. Давай. Так, вот этих товарищей сразу мы убираем.
сюда. Хорошо. Как будто не хватает пробивающего какого-то эффекта. Вроде бьешь по ним, а не попадаешь. Просто мажешь. Справиться со всеми за 5 минут. Гляди-ка. Почему? А вот и шаман. И все равно черепа, да, нет шамана. А может, я их всех собрал уже? И они не выпадают. Нет, по идее так не должно быть. Тогда бы мне показывали по карте, что мне надо вернуться. Так. Ага, противники умирают при приближении. Меняем вот эти поножи. Подвижность дает, защита неплохо. 31, тут всего лишь 19. Да, пойдет. Давай-ка вот так засейвимся. Значит, надо искать этих уродов снова. В округе в этой. Ну, Вильбо, вот это ты зря взял этого чувака на прицел себе. Чего? Тот, кто озвучил, он сам вообще понял, что он сказал? Что это вообще такое? Это бессвязная какая-то фигня. Полный инвентарь. Да по-хорошему продаться, блин. Давай тогда вот так порубаем. Золото. Маккены. Так. Снова орки. Блин. Давай, давай, сюда. Ой, вот это да. Вот это, конечно, стрёмно оказаться в такой ситуации. Так. Магия воздуха. Нет, ну тут заклинаний восстановления. Мне такое вряд ли подойдет. Ну, что поделать. Надо продать всю эту кашу. Может, что-то получше тут продается из оружия. Хотя, что там у меня? Шанс получения предметов даже особых есть. Ух ты. Так, это двуручная, да, похоже? Длинная двуручная, да. 246. У Вильброча 191. Может, он такой? Не может. Ну ладно. Благодарю вас. Угу. Ну, это шляпные кольца. Так, а вот это что такое?
Так, а вот это вот нормальное кольцо. Давай его оденем. Охренеть, конечно, блин, такие повреждения. Амулет есть. Так, ментальная регенерация. Не, мне эта штука не нужна. 13 защита. Становление ударов есть. Сколько там? 30? 43 физическое сопротивление. Давай вот эти наплечники поставим все-таки. Покрепше был немного. Что-то меня напрягают эти черепа. Поиск черепов. Хочется куда-то продвинуться, а нету этих мобов, с которых черепа эти выпадают. Это странно. Сколько тут еще месить эту пустыню надо, прежде чем эти черепа выпадут. Смотри, на Вильбура даже не отвлекается этот орк. А, нет, отвлекся. Под конец. Надо же, блядь. Так, уровень, по идее, должен быть. Оп. Орк-охотник. Так. Какой еще тут надо сделать радиус, чтобы появились эти... Орки-шаманы. Вообще их нету. Гада. Хорошо. А, и этот упал. Ой, неплохо зацепило, значит. Ловушки. Все в ловушке. Кинем. И физическую регенерацию. Ловушки это вроде как урон и скорость восстановления этих самих ловушек-то. Отвратительный двуручник силы. Откат дает им и урон. Ну, вроде как. Так, сейчас посмотрим. Да. Ну, просто время регенерации, а баллистика сами по себе быстрее взрываться будет. И также откат дает, концентрация, тоже полезная вещь. Телосложение. Можно пока забить, вообще не брать его. Здесь нет достойных противников. И так очков не хватает этих использования. Так, 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 так. А Вильбур где сам? Пригодится мне он сейчас. Он как нарубила ему по ушам. Не понял юмора, что это он падает. Главное, подбежал вроде как и упал. Молодец. Молодец. Так, снова тут лучники. Ну и опять он упал. Эти ягнята скоро замолчат. Да, или я. Да ты подумай. А сейчас. Сейчас я вам тут из ловушек сделаю. Страшную вещь. Хорошо. Это не поле боя, а детская площадка. Ага, череп все-таки был. 2 из 3. Так, Вильбур, ты можешь носить двуручное оружие? Что-то от тебя толку, блин, как с козла молока. Давай вот так. Мы
Может, у него силы не хватает. Прекрасно. А нет. Ну сейчас посмотрим, в общем. Сейчас его протестируем в поле. Призрак. Ну тут тяжело тестировать против призраков. У них большое сопротивление, вот, да. У них только к огню нет сопротивления. Так, магия там. Еще что-то. Ну, он тоже сейчас, в принципе, выбрал таких товарищей. Не, ну он вроде посильнее пробивает. Жертва сопротивляется. Поножи Богомута. Что-то пока знакомое. Не вернусь, будем считать, что это отличие. А, это на меня. Хорошо пробил. Так. Ну, здесь или у меня такие... А, нет. Идиоты, и ни одного достойного противника. Физическая регенерация, взрывающийся заряд. Опыт от противника в плюс идет. Ой-ой-ой-ой-ой, это ж вообще повезло. Охренеть. Взрывающийся заряд плюс 3. 509, он 6 уровня. Да, Вильбур получше с этим, с двуручником все-таки обходится. Что-то кувалда его быстрее клали, а тут он хоть наносит урон, прежде чем отъедет. Давай вот сразим его один на один с этим чуваком, правда жесткий. 222, 203, а кувалду пробивал по 150, по 140. Ну, почти орка оранжевого, причем почти это красного, он его убил. Вот, намного лучше. Намного лучше. Что это ему дал? Физически чисто большой урон, хорошая вещь. Да, этот послабее. Нормально. А, благодарю. На тебе тогда банку, неплохо. Снова надо искать этого ублюдского шамана орков. Какой у них этот вождь наглый, распихал всех орков и сам подошел. Иди сюда, иди, товарищ. Вот так вот. Какой же быстрый откат у этого трапа. Мгновенно, считай. Шикарно, блин. Банка противоядия. Двести тридцать один, 280. А ну. Отлично сидит в руке. Ну-ка, спасибо. Давай-ка так. Ну, урон не сильно отличается. Ну, давай вот этого возьмем. В принципе, легкий арбалетчик. Он, видишь, только потом меч достал. Так, 172. Ну, по нему меньше попадают. Нормально, пусть, наверное, с топориком побегает. Урон не сильно различается. Ш-ш-ш.
это же сильная ловушка вот эта. Бах. И тот орк отъехал. Тупо одну ловушку кидаешь и забываешь за орка. Они там дохнут в ней. Вот так вот. Все, это труп. Так, а его что бьет? Его все бьет. Физ защита такой у него высокая. Перехватил Вильбур, да? Ну, сейчас ты по мозгам получишь от него. Ну где, где этот шаман, а? Сколько можно его искать? Это не поле боя, а детская площадка какая-то. Ну почти, смотри, ваншотнуло гоблина. Так и должны эти ловушки срабатывать. Нагоняет его Вильбур, да? Бильбо, блядь, хотел сказать. А, вот смотри. Подожди, не все, еще не все. Вот шаман. Из него, возможно, будет что-то интересное. Кроме уровня. Был череп? Да, о боги. Слава богам. Хорошо. Прихватим этого тоже. Чему нет. Пока Вильбур там соберется. Так, вот так. Ловушки. Давай вот так, как раз по 17 выровнялись они. Хорошо. Голову отрубил, блядь. Так, у кузнеца надо заковку сделать. Вот этих вот поножей. И, по-моему, можно взять процент к защите. Да. Вот эту штуку мы возьмем. Так и так. Процент к сопротивлению, к защите. Вот, хорошо. Потому что, мне кажется, вот такой билд на ловушках, да, надо, чтобы он был очень крепкий вблизи. Да, да, с доказательствами. Забирай. Месть, сильный удар. Не надо мне это. Так, ну пока в этом городке тогда будем... Пока все в этом городе. Физреген. Так, атака. Ага, здесь что, 9 атака. Защита. Это мной я продал. Старенькая. Скорость 16, скорость 24. Эликсиры наставника. Два ряда, в принципе, банок должно хватать для боев. Кольца. Кольца старые. Этот топор что? Скорость атаки, больше ничего интересного. Ну ладно, окей. Чё? Подкапливаются рунки, уже можно
Раз, два, три, четыре штуки сделать. Вот я яда хочу до 10 ее прокачать. И, наверное, в туман еще кинуть. Нет. Все-таки вот сюда. Да. Алло. Очень важный звонок был. Так, и что теперь? Провалено квест за корону и короля. Так, и где это я выйду? Этот Вильбур, по-моему, мне сказал, что надо двигаться к замку Скала Воронов. Или как-то так. Или Валор. Принц Валор, вот. Точно. Вильбур. Ничего, так топорик у него такой. О, вот это тоже хорошо. Так. Расходую здоровье противника. О, как интересно. Так это ж это. Life Leech, по идее, пиявка, да? Да ладно, блин, он орка убивал, там чё он свозится так долго с гоблином, с каким-то жалким. Ну вот его и приглушили. Да мне меч этот уже не это не хватает, как будто силы этого меча. Он быстро бьет, но что-то так. Руны можно поменять. Портовалум или что это за город? Путаю я. Это что такое? 216. Тут всего-то 138. Физический урон, огонь есть, становление заклинаний. Да ладно, пусть пока тогда будет. От стрелков защита. Так, приветствую. Давай-ка поменяемся с тобой. На ядовитую ловушку. Ядовитый туман. И посмотреть надо скорость восстановления. Так, так. Еще одно. Да, долго эти руны, конечно, копятся. Но благо здесь можно сделать вот так вот. Поменять и все. В принципе, дым мне нужен в одном случае, чтобы отбивать дальних, короче, лучников откидывать. Поэтому пока вот так сделаем. Да, тут урон сильно растет. Секунда восстановления. 31 секунда продолжительность, 223. 309 повреждения, 34 секунды стоит. Восстановление 2,3. Прекрасно. Прекрасно. Так, мы пойдем сюда, но будем, видимо, вот этот город какой-то пересекать по дороге. А ну-ка. Ух. По 254 дамажит.
вообще бомба. Да, эти ловушки, конечно, это все. Их раскачать и все, это будет. Да никто не будет выживать, потому что тут смешанный урон и физический, и ядовитый, и огненный. Тем более вот этими ядовитыми ловушками. Ты обложил, сделал площадку. 33 секунды стоит одна. Это охереть можно. Бабах, 469, бах, труп. 592, огнем 395 и физ урон. Вот бы росло у него еще радиус взрыва этой ловушки. Потихоньку. Цепляя, например. Сначала там вот такой, потом там вот такой. И все, например. На несколько клеток. Ты смотри, попал. 592. 529. Два этих, две ловушки, все. Ладно, надо добежать до этого городка. То так прокачиваться можно, блин, бесконечно. Так, действует туман на них? Да. Тут такая штука, что уровень героя надо примерно, уровень мобов. Ого. Вот это там, конечно, тут. Увидимся. Иди сюда, что ты там стоишь? Нагрудник Богомута. Это то, что я думаю. А я выходить хотел, серию заканчивать. Нет. Вот еще один предметик из коллекции. Офигеть. Это поперло. Движение сковывает очень сильно. Минус 28. Ну и пофиг. Физреген, владение оружием, подвижность, адреналин. Да. Движение, конечно. Лошадь есть. Есть лошадь. Буду покупать лошадь. Что толку от той брони было легкой, которая ты в ней быстро, а и все, а смысл? И пробивали, блин, в ней жестко. Четко как выбил его, а? Вообще ваншот. Драгоценный амулет. Неплохо. 52, 35. Но я его выбрасывать не буду. Пригодится. 11, 16. Так.
Почти дошли до этого города. Наемник де Мордри. Тут уже что-то наемники пошли. Ага, вот это интересно. И лучников много. Охренеть, а. Ну и все. Нажимаешь собирать, и он так ходит. Собирает. Бах. Ну это деньги, чё. Все попродам. Арбалетчики. Да, или ну, такое ощущение, что радиус где-то скрыт. Ну, скрыто, все равно растет. Радиус взрыва этого самого. Так, Вильбур, кстати. Кстати. Выпали пару сильных мечей. Держи. Ты сейчас просто будешь убивать здесь этим мечом. Вон первый разбойник, давай. Занимайся. Погоняй его, в общем. Он отравил, все, пару, три удара. Труп. Вот эти посильнее солдаты де Мордри. Давай проверим его. Он еще довольно быстро этим мечом двуручным лупит. Неплохо. Да что ж ты, никак не дойду до этого города-то. Кит. Ну из чего ты хочешь? Помоги убить бешеных волков, вернуть скот. Я надеюсь, оплата. Да, без проблем. Насытные твари. Я никак еще не дошел до города. Вроде он уже начался. Надо будет его оббежать, надо будет найти мне лошадь. Так, комбо-мастер. Таверна. Надо будет его оббежать, этот город весь, посмотреть на наличие квестов. Что такое это вообще? Флорентина. Потому что вижу, что тут квестодателей довольно-таки немало. А вот мне вот этот меч уже пора менять. Угу. Так, давай-ка. О, давай, да. Ай, блин. А где здесь кузнец? А, подальше. Хочу пойти лошадь посмотреть. Так, это Флорентина больше, чем кажется. Разбойники ходят по ней прям. Один удар, плюс отравление небольшое. Так, 155 скорость. Ну вот, тут совсем другая песня. Так, закуй-ка ты мне два этих амулета в эту броню. 20 тысяч стоит. Да, я так хочу. 250 защита, жесть. Вот, ну чё, на этой ноте буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.